Христе Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель у души истины, и живи с деса и вся исполняя, и сокровища благих и жизни подателю, прини и вселися в ней, и очисти не от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Богу, Христу, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, и дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, подми молению моему, внуши молитву мою не по устах крестивой. От лица Твоего супа моя изыдет, очи мои да видите правоте. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил мне еси не обрети се во мне неправда. Яко да не возглаголю, то сам я дел человечески, за словеса устен Твоих, а сохраних пути жестоки. Соверши ступай моя во стезях Твоих, да не подвижутся ступай моя. Аз во флаг, яко услышал мне си Боже, припомнился Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай, окувающие на тело от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крыло Твое, укрыешь мне от лица нечестивых, устраших мне. Врази мою душу мою, удержаши дух свой затворишим, уста и глаголыши гордыню, изгоняющий меня ныне убайдоши меня, очи своего служишь, уклоните на землю. Объяши меня, яко лев готов на лов, яко скинен обитая в тайны. Воскресни, Господи, предвари и запни, избави душ мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых по земле раздели в животе, и сокровенно их Твоих исполни се чрево их. Насытиши се сынов и оставиши на останки младенцем своим, аже правду явлю се лицу Твоему, насыщу се в ней, да я видим и се славя Твоей. Тебе, Господь, воздвигал душу мою, Боже мой, на тяло кувар, да не постыжу се вовек, ниже да посмеют мне се врази мои, ибо все терпящие не постыдятся, постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и как пути Твои настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты си Бог спас мой, и Тебе терпеть без нем. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суд. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоя, Господи. Благ и прав, Господь, сего ради закону. Жицу грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости истина, взыскающим завета Его и свидетеля Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. То есть человек, моя и все Господа, закону положить ему на пути Его жизнь воли. Душа Его в благих утворится и земле Его наследит землю.
Держава Господ боящихся Яков и завет Его имени, очи мои влияну по Господу, яко Той стороне тут сети нози мои, презри на мя и помилуй мя, яко имену рот и нижние смазы, скорби сердце моего умножишься силу душ моих и сведения, вещь смирение мое и труд мое, устави все грехи моя, лишь враги моя, яко умножишься и ненавидение мне, праведный возненавидишь мне, сохрани душу мою и избави мя, да не пустышусь я, яко уповах на тя, не злобиви и прави и перекляхуся мне, яко потерпеть я, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его, помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, по множеству щедро Твоей, очисти беззаконие мое, наипаче умение от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю и грех мой предо мною своею, Тебе и не посудящих, и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдишися во злое зек Твоих и победиши мне, да судим ли, все Бог беззаконие и зачатие с миру грехе, хроним я, мать моя, все Бог истину возлюбил еси, известные и тайные премудрости Твоя явил еси. Покропиши мне и соку мне очищусь я, умыешь мне, и паче снега уберешь я. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости сиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови во утробе мое. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаг не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, узни мою утверзишь и уста моя возвестят хвалу Твою, яко пашу ми возгоделись и жертвой дал бы Богу, все сожжения не благоволеши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не умичи жить. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволеши жертву правды и возношения и всесожигаемые, тогда послужат на алтарь Твои герцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангел с ней силой на гробе Твоем, истребущий умертвешим, и стоящий Мария во гробе, ищущий пречистого тела Твоего, пленил еси ад, не искусився от него, встретил еси Деву, даруя живот, воскреси из мертвой, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Препрославлений си Христе Боже наш, светила на земле, Отцы наши основавы, и теми ку истине вере всеми наставимы, но Богу утробне, слава Тебе, и ныне и присно во веки веков, Богородице Ты, сила за истинное, возрастившая нам до живота, Тебе молимся, молись и владычицы со святыми апостолы, помиловать души наши. Господь Бог благословен, Господень нем, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наши, святые посети истины немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле.
Хлеб наш насущный дашь нам весь, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Апостол проповедани и отец духмати, церкви едину веру запечатлешен, яже и ризу носящи истины и ткам, от еже свыше богословием, исправляет и славен благочестие великое таинство. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, иже праведнее любя и грешнее милые, иже все своих по спасению, умещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши усвятители, заучисти, помышления исправи, мысли учисти, избави нас от всякие скорби, злые болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, долгоучениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, милый Господи, милый Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувими, славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Словорожшую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним Владыку благослови. Аминь. Владыку Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душе, Единому Божество, Единому Силу, помилуй мне грешного, и ими живеси судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадим Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадим самому Христу Цареви Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои, яко чужди его сташе на мне и крепцы взыскаше душу мою, и не приложише Бога пред собою. Всему Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагом моим, истиною Твою употреби. Боже, укушу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благом, яко от всякие печали избавил меня и на враги моего злеоку моем. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего, отмени и услыши мне в оскорбях печалью моею, и смятовся от гласа вражия от служения грешнича, яко уклониши на меня беззаконие в гневе враждувах мне, сердце мое смятеся во мне и боязнь смерти нападе на меня, страх и трепет прийде на меня и покремет на, и рек, кто даст мне крылья, яко полубини и полешу и пучину. Все удалися, бегая и возгорейся в пустыне, чая Бога, спасающего мне от малодушия от моря. Потупи, Господи, раздели языки, як увидя беззаконие и пререкание в ограде, не минуще увидите пусте нам не зло, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудел, чтоб его литва и вес. Яку аще бы враг понусил, не претерпел бы куму, аж ты ненавидимо на мя переречиво укрыл вместе от него. Ты же человече равнодушнее, владыку мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною браш
имеючи свердания и наследу творчили, яку лукавству в жилищах их последей, а с Богу возвратил Господь услышали, вечери за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яку вновь вяку со мною, услышит Бог и смирение сей прежний век, не с моим изменением, я буду боящийся Богом, простре руку свою на воздаяние, осквернивши совет Его, разделившись от гнева лица Его и прикрывшись сердца и умякнувши словеса и паче и реет нас от стрелы, возверзи на Господа печаль, твою и дойте припитает, не даст век мудрый праведнику, ты же Божий, не следящий в студенец и стене, Божьи крови в стене преповедни и свои даже Господи, уповаю на тебя, живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворечья, речет Господи, ли заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавите от сети ловчи, от слови земли тежно, грешма свои полченики, под крыле Его надеющийся, уружие ему выйдет истина Его, и умышись от страха нужна, от стрелы летящие, от нее тещего, от мир приходящие, от свящие лесополудинного, падет от страны, твоя слышащие, пал десную тебе к небеже не приближится, обаче очима твоима смотришь, и воздаяние грешников услышим, я подай Господи, упование мое, вышнему положилось и прибежище твое, не придет тебе зло и рано не приближится к тебе си твоему, як ангелу своим заповедствует тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя никогда пред внешнюю камень в ногу твою, нас, видай во семействе наступишь и упереши за измен, яко на мя уповай и избавляй, укрывай, яко познай имя мое, позовет во мне и услышь его, с ними скорби, избу его и прославлю его, долготою мне исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ангельские силы на гробе Твоем, и стрекущим умертвешим, и стоящим рево гробьем, ищущим пречистого тела Твоего, пленил еси ад, не искусився от него, следил еси деву, даруя живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, препрославленный си Христе Божий наш, светило на земли, отцы наши основали, и теми по истине вере вся мы наставили, но во главу утробе слава Тебе, и ныне и присно во веки веков, аминь. Яко не имамо и дерзновение за премногие грехи наши, да и тише от пирошего всему ли Богородице Деву, много поможет моление Матерне, благосердие владыки, не презри грешных мы все чистые, яко милости теси спасти мне, нижние страдати у нас изволивает, скоро да предварят на щедрота и Твоя, Господи, яко мне шаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и сили немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги нашим,
якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Живоначальною дланью умерши от мрачних удолин, жизнодавец воскреси всех Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, Есть всех Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех. Господи, милый 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 Господи, милый. И на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробный, и же праведный, любя и грешный, милый, и же все злые ко спасению, вещание и будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправь живот наш к заповедям Твоим. Души нашего свидетеля соучисти, помышления исправим, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезни. Угради нас святыми Твоими ангелами, дополучениями, соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и фразом неприступной от Твоя славы, яко благословение сего веки веков. Аминь. Господи, милый, Господи, милый, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления богословорошую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним Владыку благослови. Аминь. Божий Господи, силы всея твари судетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавен, и победивый тем начало и власть тьмы, сам Владыко человеку любче, прими нас грешных благодарственное сия и молебное молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобит и нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригузни страху Твоему плоти нашей, не упугни сердец наших, словеса или помышления лукавствием, но любовью Твоего язви души наши, да Тебе всегда взирающий, и еже у Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносушного зрящим светом, непрестанно я Тебе исповедание и благодарение посылаю, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятыми, благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Господи,
принимать ее и обращаться постоянно к ней. Святитель Феофан Затворник называл это как вместилище, человек, вместилище благодати. Он сравнивал это с легким, и он говорил, вот здоровое и сильное легкое, оно помещает в себя воздух, кислород и насыщает все тело. Вот так же надо, естественно, делать. Если умеем мы набраться вот этой веры, благодати, насытить всего себя, то тогда не только подвластно это какому-то внутреннему изменению, но это приносит и внешние изменения. Это помогает и физически исцеляться, и получать физическое какое-то исцеление. Вот эти два сердца, ведь они не просто говорили слова, а они просто обращались по нужде, как это часто делаем мы. Они, для них это была последняя, может быть, возможность, последняя надежда, и они использовали ее. Они вот все грудью вдохнули эту благодать, показали, что они способны это сделать, не только на словах, но и внутренне. И они получили от Христа исцеление. И нам очень часто не хватает полноты. И все, что мы говорим на словах, молитвы, с которыми мы обращаемся к Господу. И очень важно подтверждать делами, внутренним также своим состоянием. Произнося слова, их нужно чувствовать, особенно слова молитвы. Когда мы молимся в храме, когда мы молимся дома, в любой нашей ситуации, слова остаются только словами, если они не подкреплены вот этой внутренней благодатью, внутренним пониманием. И вот этого часто в наших обращениях, братья и сестры, нам не хватает. Нам иногда мешает нехватка этой полноты. Но в Евангелии сегодня говорится еще о других сердцах, а именно фарисеи, саддукеи, люди книжные, люди авторитетные в то время, во время Христа. И они были также слепы, потому что объясняли они то, что Господь исцеляет именно силой Бесовства. Они не видели, они не чувствовали, они не понимали. Более того, они злились, это приводило их в злость, в зависть, потому что то, что они не могли сделать, никто не мог исцелить этих несчастных, больных, и здесь на глазах исцеления. И они даже не поинтересовались, ну, как это произошло, не задумались, не приняли. Они были слепы, именно внутренне слепы духов. Сегодня, когда эти сердца практически ничего не понимают. Много раз мы слышали, я думаю, многие из нас слышали, что ну что вы идете, в церковь? Разве это вам поможет? Ведь нужно как-то вот что-то по-другому, что-то это потраченное время. Это потраченные, я не знаю, мили здесь в Америке, которые мы едем, иногда добираемся, и многие из вас добираются даже так, час, два, больше, меньше, неважно, но это все равно, вы знаете, братья и сестры, все, что мы делаем, это тоже наша работа, это тоже показывает то, что мы все-таки стремимся, мы делаем это, мы находим в себе силы, чтобы в воскресенье приехать в храм, в воскресенье помолиться, в воскресенье как-то себя взъерошить, привести ко Христу, и мы стоим во время богослужений и находим в себе силы, стараемся молиться, стараемся быть сопричтенными, сопричастными вот этому таинству Христову, конечно же. Питает оно нас, конечно же, именно таинство дает нам силу все это претерпеть. И радость, если мы вот действительно сопричастны, если мы хоть немножко это чувствуем, если у нас внутри что-то меняется, меняется внутри, способно изменить внутри. Всегда можно будет изменить внешне, с какими бы проблемами не сталкивались, потому что, к сожалению, в жизни так бывает. Они проблемы эти самые уходят.
Господина нашим Богом, Высокопреосвященнейшим Архом, и Митрополита Пепинского и Германского, и Господина нашим Богом, Преосвященнейшего Петра, Архиепископа Чикагского и Среднеамериканского, да победит Господь Бога Царствие Свое, всегда на ней и Свои во веки веков. Преосвященнейшие митрополиты, архиепископы и епископы, весь священничий монашеский чин, весь причет церковный, да поменяет Господь Бог во Царствие Свое, всегда ныне престол и во веки веков. Страну, страну российскую, страшную.
прошу всех воспринять крещение, очистить от тех самых крови вашей, естества, вручения тела, до божественного нашествия и благоволения Отца Христосущного, вместе и Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, твоим восприятием животворящего и спасительное страдание воспримы, крест, плоть и откупия смерть, умертвимая душа, белая страсти телесные, погребением твоим оглавлением и царствия, погребимая благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духи разори, ты дневным твоим и живоносным воскресением, падшинов, праотца, восставимы, восставимы грехом поплошившихся, образы дневным, покаяние предлагаем, преславным твоим вознесением, плотское Божие восприятие, и съедет в тесные отца сиденья пошли, с подобием причастием святых твоих тайн, тесную часть спасаемых получите, снитием, утешителем твоего духа, сосуды честные, священные твои ученики, садиловы, приятелище имени, покажи только пришествие, хотя и так, не прийти и судите вселение, правдою, благоволи и не усрести тебя на области, судилы создателя моего, со всеми святыми твоими, на бесконечно славословию и воспеваю тебя, со безначальным своим отцем, и пресвятый, и благий, и животворящий твоим Богом, ныне и присно и во веки веков. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единый имей власть человеком оставлять и грехи, яко благи человека любит. Презри мое вся объединение, объединение прегрешения, и с подобием меня осуждела причаститесь божественной, и преславный, и пречистый, и животворящий твоим тайм, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, силу и помощь и возвращение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бы если Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и тебе славу возлаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тем, Господи, яко недостойный, причащающий, чистого Твоего тела и чистые Твоей крови, и повинен есть, и суд Тебе я объявил, я рассуждаю тело и крови Тебе, Христа, Бога моего, но наши дроты Твоя дерзай прибежду к Тебе речу, и это и мои плоть, и я, и мою кровь, во мне пребывает без мне, умилосердись я, Бога Господи, не обречи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут еси, святая сия, по исцеление и очищение, и пресвящение, и сохранение, и спасение, и восвящение души и тела, во охране всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, то есть не будет и всех моих действий его дом, дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоим, не в суд или в осуждение. Боже, ослабь и оставь, и прости меня, согрешение мое великое, и согреши наше слово, наше дело, наше помышление, волею или неволею, разумом или неразумием, взями прости, яко благи человека любит, и молитвами пречистые Твои о Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоуходивших, неосужденно благоволи приятие, и святое, и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава с Отцами и Святым Духом, на ней присно и во веки веков. Если кто волен, Владыка Господи, добьете же под кровь души мои я, но понеже больше шиты, яко человека любит жить и во мне, дерзай приступаю, повелевающий да отверзу двери, я же ты един создал и си, и в ней держи со человеколюбием, яко же и си, в ней держи и просвещающий по причинам по помыслу, верую, яко сия сотворивший, не по блудницу со слезами пришедшую к тебе, отгнал и си, не же бытыря отвергнулись и покаявшись, не же разбойника, познавши царство Твое, отгнал я си, не же донителя
покаявшийся оставил сие себе, но от покаяния тебе, пришедшие вся, лица ты кругом чинил еси, единцы благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешения и согрешения и грехопадения моя, яви коти от юности моя, даже до настоящего дней часа согрешения, аще в разуме или в неразумии, аще в словесех или деяниях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессемена рочья Тя, пречистая и преснодевы мои, Матери Твоя, единые непостыдные надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня неосужденно причаститься пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, восстановление грехов и в жизнь вечную, Твое священие, пресвящение, крепость, исцеление и здравие души и же и тела, и потребление, и всесовершенное употребление лукавых Твоих помыслов, и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов. Яко Твое царство и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лед их помышления не отступаю, но Ты, Христе Боже, Витаря опротивы, и Хананею помиловали, и разбойнику Реакфели отверзи, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими меня приходящие и прикасающиеся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, оба уба, края лизи Твоей коснувшейся, удоб исцеления прият, оба же причистие Твои ноги одержавши, разрешение грехов понесе, аж окаянный все Твои тела дерзая при восприятии, да не полен буду, но прими меня, яко живоные, и просвети мое душевное чувство, попаляя мои греховные вины, молитвами бессильно рочные тя и небесных сил, яко благословение сии во веки веков. Аминь.
Чистую совестью,
даже до последнего моего издыхания достойно причащать все святые Твои, по уставлении грехов и жизнь вечную, Ты бы си хлеб животный, источник святыни, подать их плоди, и Тебе славу посылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присвои во веки веков. Аминь. Дави пищу мне плод Твою волею, образы и упоряй недостойные, да не упоришь меня судетью мое, паче же пройди Буда, и моя во вся состава его, кровью сердце, упори терния всех моих прегрешений, душу чистью, святым помышлением, суставы и сердечку с них Богом, чувств просвети, простую петерицу, всего мне спрятанный страх упорный, Христу подписан, любящий, сохрани меня от всякого дела и слова души пленного, очисти умы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение, мирного духа и никому селение греха, да я по Твоего дому, воду причащения, як у меня мне лежит всякий день и всякая страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чего начали я же бесплотный, предвечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою здесь первую чистую Матерь, и же мольбы и глыбу утробный приник Крестный Бой, и Сыном Света судилы Твоего служителя, Ты мой сил священий, милик наших важен, души светлость, и теперь и преподобный, а Боговой Владыце, славу всего силы, на всякий день, дело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во уставлении грехов, будешь ими благодарение, съед радость, здравие и веселье, страшное жизнь, второе пришествие Твое, сподобнее грешнику, стать его весною славой Твоя, молитву и причастие Твоя, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица, Богородице, светит уноченной Твоя души, надежду поклоним Тебе, жизнью утешения, радование Твое, благодарю Тебя, сподобнее весь, недостойно причасти, причастнику быть, причистому тело и числе крови Сына Твоего, но лучше истины и света, свети моя умная очи и сердце, я же источник бессмертия рожи, у живот время умершленного грехом, я же милость Небогу Бога, любовь и утромная мать, умилуй мне и дальше удивление и сокрушение в сердце мое, исправление в мыслях моих, и воззвание примененное к умышлению моих, исподоби меня до последнего издыхания неосужденного и матери чистой тайны, усвящения, исцеления души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние и исповедание, мое же петь и славить Тебе во вся на живота моего, яко благословенные и предпрославленные служители в них, ныне отпущаешь и раба Твоего владыка, и благого Твоему миру, яко видишь до очень и спасение Твое, ежи сил готова пред лицем всех людей, светлое любение за Иисус и славу людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети нас, и немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же есть имя небесе, да святится имя Твое, и да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, наш на месте, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником наших, и не отведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Высоту нам смирену мудрее показам, но твоими словесей наказуя очи Иоанне Златоуске, молись,
Слово Христа Бога спастись душам нашим, славу Твою и Святому Духу, от небес приял Еси Божественную благодать, и Твою с нами вся учишь и поклоняйся в Троице Небесному Богу, Иоанне Златоусте, Всеблаженный, Преподобный, достойно хвалим Тебя, Еси Му наставник, яко Божественное являясь, и ныне и присно во веки веков. Представительству христианки пустынной, подательству, подсудить неложную, не презри грешки курений гласки, но прикры, як облагая, на помощь нас верно соглашите, ускори на молитву и пошли си на уморение, представительству ищи чисто Богородице, чудил кушни. Господи, милый Господи, милый Господи, милый Господи, милый Господи, милый Господи, Господи, милый, Господи, милый, Господи, милый, слава Отцу и Сыну и Святому. Честнейшую кровью, славнейшую без сравнения Серафим, естественнее Бога с хорошую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господа. Слава тебе, Христос.